Иногда жизненные обстоятельства складываются таким образом, что без помощи общества с ними справиться невозможно. Такая ситуация произошла в семье жителей Шенгерлаусского района Астафьевых. Их 5-летнему сыну Никите нужна срочная помощь. Мальчик уверенными шагами идет к выздоровлению. Для проведения завершающего курса лечения необходимо собрать еще 131 миллион тенге. Никита – настоящий борец. Вместе со своими родными он борется за жизнь уже несколько лет. Нейробластома брюшного пространства – это высокозлокачественная опухоль, характерна в основном для раннего детского возраста. На протяжении всего периода лечения семью поддерживают и близкие, и коллеги. Уже пройдено необходимое количество курсов химиотерапии. Это большой стресс для организма, который сейчас нуждается в поддержке иммунной системы, в том числе для исключения рецидива болезни. Именно для проведения этого курса и нужны деньги. Время на его сбор – всего 2,5 недели. Никита почти поборол болезнь. Для полного выздоровления ему необходима последняя степень иммунотерапии. На сегодняшний день собрано более 23 миллионов тенге. В нашей стране много хороших людей. Давайте дружно поможем мальчику. Любая сумма, внесенная вами, может спасти жизнь мальчику. Он должен жить на радость родителям, и пусть малыш поправится. Полная сумма лечения – 150 миллионов тенге. Удалось собрать чуть более 23 миллионов. Отец мальчика, Сергей Астафьев, работает в полиции Шенгерлаусского района. Мама Никиты постоянно находится с ним. Сейчас они в турецкой клинике. Всего необходимо пройти 4 курса противорецидивной иммунотерапии. Ребенок там получил полный курс химиотерапии. При контрольном обследовании обнаружено полное восстановление, но продолжается поражение костного мозга. Дальнейшие протоколы согласно этой клинике, следующий этап лечения для пациента является курс иммунотерапии, чтобы полностью восстановить иммунную систему ребенка. Жители Шенгерлаусского района активно поддерживают своих земляков. Собрана часть средств, проводятся благотворительные мероприятия, в том числе спортивные. Все собранные средства будут перечислены на счет для лечения Никиты. Сумма сбора – 131 миллион тенге. Семья Астафьевых обращается ко всем неравнодушным казахстанцам с просьбой о помощи. Реквизиты для перевода средств на ваших экранах. Екатерина Шмидт, Айбатыр Асу, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.